И снова здрасте! Жизнь продолжается, как ни крути, как ни верти, а кушать хочется всегда. Вчера хоть и быка съешь, как моя бабушка говорила, а сегодня есть захочется. И я, имея в наличии вот такие вот спагетти, не буду фирму показывать, просто все началось с макарон. Ну, макарон это по-нашему, по-итальянскому это паста. Так давайте будем называть макароны пастой. И иногда макароны, иногда пастой, но дело не в том. Это основа. Но у меня еще есть правильно. Правильно, вот вы знаете меня. У меня есть рыба, рыба, плотва, костлявая, неделикатесная, дешевая. И вот с нее сегодня я хочу приготовить вот именно пасту из плотвой. Что необходимо? Смотрите видео. Первое, что я взяла мелкую рыбу, ну, плотву, отварила как для котлет. У меня есть, я ссылку брошу, как это все я делаю. И сейчас отбираю очень тщательно, чтобы не было костей мяса, стараясь не сильно разрывать, чтобы были такие целые кусочки. Вот я беру вот так вот и отделяю. Вот, вот прямо вот такими кусочками. В отдельную емкость. Потому что если где-то косточка останется, если мы готовим котлеты, там перекрутится через мясорубку. Здесь мы ничего крутить не будем. Так, вот это отделяю. А здесь все отделяется от ребер очень легко. Вот так. И мы сделаем с вами ресторанное блюдо вот с такой рыбы. Все, отделяю. Рыбу я обобрала. Теперь быстро одну луковицу. Нарезайте, как вам нравится. Мне, честно говоря, нравится вот такими маленькими дольками или же полукольцом. Это уже как вам нравится. На сковородку сливочное масло. И слегка спассируем сейчас лук. Если хотите, можете добавить морковки. Ну, я, честно говоря, хочу, чтобы оно было нежное, сливочное, поэтому ничего добавлять не буду. Так, сливочное масло. Идемте к плите. Я взяла глубокую такую сковородку, потому что потом в конце можно еще засунуть в духовку чуть-чуть. Добавляю сливочное масло. Пока граммов 50. Отправляю сюда лук. Лука можно чуть-чуть побольше, если хотите. Рыбы у меня, честно говоря, много. Можно половиночку забрать. Я хочу приготовить там один рецепт. Я так и сделаю. Вот разделю и с той рыбы приготовлю еще один очень вкусный рецепт. Все, пассирую лук. Сразу поставьте воду для пасты. Как только лук станет такой чуть-чуть мягенький, отправляем сюда рыбу. Рыбу я добавляла специи, перец и чуть-чуть присаливала воду, когда отваривала. Так, достаточно. И сейчас высыпаем. Ну, я одну третью рыбы забрала, потому что много сильно рыбы. Теперь перемешиваю. Пока не солю ничего. Можно чуть-чуть масла еще добавить. Это 100 граммов. Накрываю крышкой, пусть немножечко потушится. Крышка плотно-плотно. Вот с этой крышкой очень удобно готовить плов. Так как у меня... Ой, сильно маленький огонь сделала. Рыба проваренная, не сырая, поэтому я долго тушить не буду. Так, теперь я должна посолить. Присаливаю. Специи добавлять, если у вас есть для рыбы, пожалуйста. Если у вас есть для макаронов, пожалуйста. Так, чуть-чуть паприки. И чуть-чуть молотого перца. Можно немножко мускатного ореха, но это уже все по вашему личному вкусу. И добавляю сюда сливок 10%. Вот такие сливки. Никакой муки добавлять не буду, потому что здесь у нас будет паста. А паста это мука, и она вот затянет нам. Как вкусно. Чуть-чуть соли добавить надо еще. Вода закипела, присолила и брошу, сварю такие спагетти. Только я их, наверное, немножечко разломаю, чтобы не целиком, а чуть-чуть поломаю на кусочки. Все, варю. Я, как обычно, варю 5-6 минут, потом прикрываю крышкой, и они там доходят. Ну, я сварю до готовности, чтобы просто перемешать, и чтобы все было уже готово. Так, я на маленький-маленький огонь, даже почти и не горит. И сейчас я, конечно, если была бы зелень свежая, ну, я вот присыплю, у меня здесь
петрушка и чуть-чуть укропа. Ну, базилик, конечно, это вообще суперский. Так, макароны я уже выключила. Сейчас чуть постоят и соединяем. Так, сливок. Макароны я слила. Чуть-чуть тонкая волосинка должна быть внутри, как сыроватая. И теперь перемешиваю это все. Если вам маловато сливок, можете добавить сливок, но я не буду. Я натерла пармезан. Вот так посыпаем. Вы можете твердый сыр. И это чуть-чуть оставлю для подачи прямо. Чуть-чуть, буквально на минутку прикрываю, чтобы сыр там растаял. Что? И выкладываю. Очень прекрасно прямо в этой посуде можно подавать для компании или порционно. Смотрите, сыр растаял. И сейчас я насыпаю в тарелочку, и мы попробуем с вами вот эту вот пасту. То делаю подачу, и мы с вами пробуем. Выложила пасту в кольцо, потому что если бы были длинные, они бы держались. А так не хотят, чтобы чуть-чуть хоть форма была. И теперь чуть-чуть произвольно просыпаю пармезаном. Все, конечно, веточку. Ну, у меня нету базилика. Давайте положим для красоты просто веточку тимьяна. Все. Ничего лишнего не нужно. Вот такая вот паста по-рыбацки получилась. Давайте будем пробовать. Можете подавать соусом, как хотите. Ну, а теперь мы уже можем ломать эти наши хатки. Тут и рыба попадается, и макароны. Пробуем. Макароны сварены прекрасно. Рыбка очень нежная. Пармезан, конечно, подчеркивает это все. Что я вам должна сказать? Извините, плямкаю. Эта паста по-рыбацки. Она ничем не хуже и не отличается по вкусу от пасты, приготовленной с семгой, с форелью, с лососем. Единственное, что там кусочки большие, и вы прямо можете взять эту рыбку. И здесь мелкая, совсем другой вкус, но замечательно. И такой рецепт может существовать. Ну что, что-то пуговицы натянулись на кителе. А это от того, что это блюдо действительно вкусное, ребята. Действительно. Вы видели, что готовится очень быстро. Даже если у вас нету сливок, возьмите сливочное масло и добавьте чуть-чуть молочка. И загустите мукой чуть-чуть, по типу бешамеля можете приготовить. Или же, когда обжариваете лук и рыбку, чуть-чуть просыпьте мукой, а потом наливайте молоко. У вас получится то же самое. Это вариант, если у вас нету сливок. Найти выход при желании можно с любого положения. Ну а вы делитесь в соцсетях. Может, кто-то ищет такой рецепт. Он простой, но он вкусный. И это действительно у нас паста по-рыбацки. Делитесь, заходите на семейный канал «Жизнь вне кастрюль». Там нету у нас кастрюль, но у нас там есть интересные истории. И там наша жизнь. Пока! Поймали?